Человек-строитель жизни, нового века строитель, нового века, когда мысль в зените. Будь ты осмотрителен, будь внимателен, умен, сбереги планету, сбереги себя, свой дом, ты за все в ответе. Не рождай на свет слова, прошлые, похожие, пусть дела твои дела будущее сложат. Человечество и ты, разве ж это мало? На земле этой расти место всем достало. Век счастливейших людей нам построить должно. Человек, ты не робей, в жизни это можно. Стоит только захотеть, взяться делом дружно, и тогда везде успеть. Делу все послушно.